Впервые за последние 30 лет на плацу Севастопольского ДОСААФа собрались будущие военнослужащие. Осенью этого года они попадут в воинские подразделения. Каждый из них будет иметь специальность – водитель категории «С». Чтобы достойно отдать долг родине, 30 севастопольских ребят на протяжении следующих 3,5 месяцев будут учиться управлять автомобилем. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту является кузницей кадров для армии, авиации и флота. И это наша основная государственная задача. В связи с этим Южным военным округом мы получили распределение для обучения 50 призывников в рамках обучения по военно-учетной специальности ВУЗ 837. Ребята выучат правила дорожного движения, устройство автомобиля и основы оказания первой медицинской помощи. После теоретических занятий будущие военнослужащие отработают полученные знания на практике. Уроки вождения пройдут на автодроме в поселке Дергачи. Специально для обучения будущих военных водителей в ДОСААФ Севастополя Южный военный округ предоставил 4 автомобиля. Их особенностью является высокая проходимость. Однако управлять тяжелыми машинами непросто. Сложность управления этого автомобиля заключается в том, что в условиях тяжелой проходимости надо включать дополнительные мосты и также переходить на повышенные и пониженные передачи. Машина, вы видите, да, больших размеров. Если даже брать одно колесо, весит 27 килограмм. То есть мы должны подготовить курсанта таким образом, чтобы он сам в тяжелых условиях смог поменять колесо. Свою первую специальность каждый призывник получает бесплатно. Дополнительно ученикам прививают военно-патриотическое воспитание. Для ребят проводят экскурсии в воинских частях и соединениях Черноморского флота. Будущих военных водителей отбирал комиссариат Севастополя. 3 критерия – здоровье, желание, ну и все-таки наличие знаний в голове. Уже ребята знают, куда они пойдут. На самом деле, в общем-то, проблема с водителями вооруженных сил. Ну, не то чтобы проблема, а, в общем-то, они нужны. В том числе и военнослужащие по призыву. Ребята с энтузиазмом приступили к изучению правил дорожного движения. Первое теоретическое занятие прошло 2 марта. Я думаю, это очень хорошая возможность получить права, получить профессию. И в будущем мне это 100% пригодится. Как по мне, это очень интересно. Попробовать именно на машине послужить. А там я уже не знаю, как в жизни получится. И вообще права и умение водить машину любого класса – это очень интересно и познавательно. Первую специальность в этом году получит 50 севастопольских призывников. Со 2 марта по 22 июня обучение пройдут 30 ребят. Следующие 20 новобранцев сядут за парты ДОСААФа 1 октября. Маргарита Чернуха, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.